Физкульт-привет, туристы! Я Денис Доропей, и сегодня мы с чемпионом России по фрирайду Гришей Корнеевым поднимемся на гору пешком и оттуда пульнем. Наливайте чай и погнали с нами! Немножко беговых лыж, как-то бесшажный, одновременный, попеременный, двухшажный. Лыжи у печки стоят. Включу. Активность, горные лыжи, сноуборд. Ну, вообще в лыжном походе считаются лавиноопасными все склоны, без исключения. Небольшой опасный участок. Нужно пройти поперек склона. И склон такой как раз крутизны, ну, весьма подходящий для формирования лавины. А в этом вся фишка фрирайда, бэккантри. Это очень похоже на походы, как я люблю. Выход на гребень. Так, физкульт-привет, туристы. Это горки город. Сегодня бэккантри. Внизу лавинный вынос виден. И видны следы. Приблизительно где-то там, в районе этих следов, сейчас я и буду прокладывать свою линию. Почти такие соревнования сами с собой. Я наметил следующую линию. Вот здесь вот прямо подо мной есть дроп. Дальше вот там, где ребята стоят. Чуть перед ними я прыгаю с карниза и ухожу весь перепад. Снег сейчас, ну, такой вообще ни разу не пушистый, жестковатый. Очень-очень болит левое колено. Поэтому я, скорее всего, буду сейвово ехать. Да и к тому же по этому спуску я погоню в одиночку. Ребята только будут за мной наблюдать. Дальше они уйдут в другую сторону. Макс, ты готов? Давай. Готов? Еду! И поехали. Возьмем грэб. Тут прыганем. Приземлили. И уходим. И здесь наваливаем. Вот это кайф, ребята! Это то, зачем поднимался 20 минут. Со стороны на широком угле уже не так эпично, но все равно весело. Поверьте, этот подъем того стоил. Вот это кайф, ребята! К жене уехал. Там народ внизу вон стоит. Что за сумасшедший? Кайф! Это кайф! Это неописуемо! Ребятам привет! Вот это огонь! Я не могу вам передать это полностью. То есть... Ты когда прыгаешь, у тебя адреналин подскакивает офигенно. Я просто... Но сейчас я вам покажу, как это все выглядит отсюда, снизу. Давайте отстегнем камеру. Смотрите, вот туда наверх. Вон ребята, просто крошечные точки. Просто их еле видно. Такая маленькая скала слева от них, это мой первый дроп. Потом с карниза. Видите, нету следов, и они начинаются по диагонали. Это и есть мои следы. Огонь, просто огонь. Фух. Ребята, кто больше? Да ну нафиг, короче, ничего не подписывайтесь, никаких лайков. Просто берите лыжи, учитесь кататься сейвово, подбирайте себе надежных друзей и вперед в горы. Увидимся, надеюсь, в горах, а не только в следующем выпуске. Пока!